Evropa 10 izporoča štart z rusko reprezentanco ob 17:32. Встреча с болельщиками – это такой заряд позитива, да? Не припомню, на самом деле, когда она помогала или было хуже от этого, но знаю точно, что, может быть, сейчас для нас это и есть глоток того свежего воздуха, да, и заряда положительных эмоций, которого нам не хватало. Сегодня мы сделали обследование растяжения икроножной мышцы, поэтому займет 2-3 дня. Надеюсь, что к игре с Турцией восстановиться и помочь нашей команде, помочь ребятам. Мы стараемся, я думаю, что мы на правильном пути, и победа не за горами будет. Спасибо.